Так, ну что ж, давайте зайдем в меню и посмотрим. Это что? Это что за персонажи такие? Че, луна сзади? Кого же нам выбрать? А если другую страницу открыть? А это кто вообще такие? Посмотри, сколько у них глаз. Это что за секретное меню такое? О, ребята! Представляете, ими можно поиграть. Так, ну давайте возьмем вот этого босса, наверное, лунного, да? Давайте его лучше выберем. Привет-привет! Ну что ж, с вами снова лунный босс из Пуни. И мы захватываем уже лес. И он потихонечку превращается, ребята, в космос. Вы просто посмотрите, луна уже близко. И сколько здесь звезд, которые тоже летают. Смотрите, как они летают. Так что не думайте, все тут идет процесс. А кто видел начало, то, как мы захватывали зеленые холмы, вы уже посмотрите, точнее, уже зеленые поля. Посмотрите в приблющих сиере. Так. А что это за магия? Что с нами происходит? Почему начинает делиться на кусочки? Это все, ребята, из этой пилы. Так, нужно тогда по-быстренькому. Давайте ее накатим. Нужен у нас получится. Есть! Фух, смотрите, какой у нас тут кусок прикольный. Так, снова эта магия непонятная. Так, раз. Его придавили. И сами тут ждем. Пока начинает все выезжать. Вот так, и все, наконец-таки. А то это так было не просто добраться, смотрите, какой космос прикольный. Оп. Ага. Так. А Раду, значит, у нас еще бегает. Мы сейчас так бамс. Этого шарика девочку. Она какая-то розовая, с бантиком, с ресничками. Но это не значит то, что, ребят, она будет нас слушать. Ведь нам нужно захватить эти земли. Поэтому всех придется побеждать нашим таким вот боссиком. Такс. Оп. Эй, ты чё, ловкач какой-то? Смотрите, как уклоняется. Мне и так там ничего не видно наверху, что ж ты делаешь? Зато кнопку мы нажали, хорошо. Ух ты, у нас даже медаль улучшилась, вот это здорово. Вот это я понимаю. Так. Оп. Ой, смотрите, сейчас на него упадет бревно. Бам! Вот это на него лопнуло. Так, эй ты. Чё ты тут забыла? Чё ты тут бегаешь? Ты что, на тебе тоже бревно скинуть? Хорошо. Сейчас мы это устроим. Так, а ну-ка давайте его откатим в самый конец. Откатили. И теперь закатываем его на самый верх. Оп. Так. Тык-тык-тык-тык. Ага, получила. Раз, два. Нажимаем на кнопку. И у нас тут все повыезжало. Так. Бам! Вот это я понимаю, прыжок. Вот это было суперски. Мне прям самому понравилось это все дело. Что у нас тут? Опять ты? Ты не хочешь со мной посражаться? Откуда у тебя могут быть силы? Ты даже не шарик, даже девочка. Что? Как тебе удалось вообще в нас попасть, а? У нас три глаза, и мы видим, как орел и сокол вместе. Так, опа. Оп. Все деревья тут попортили. В лесу мне тут. Я тут космос буду свой строить. Они деревья тут все попортили. Вот вы негодяи такие. Ну ничего. Все и так улетит отсюда, и мы тут будем править. О, сейчас я должен вас тут всех победить, чтобы тут не править, не мешали ваших боссов тут всех побить. Так. Оп. Ух. Зацепились. И бам! Бам! Вот эта комбинация, вот этот двойной. Ай! Так. Тихонько. Немножко мы от плана немножко отвернулись. И... Отпустите меня, нет! Шарик, подай веревку!
Какую веревку мы там от него можем ждать, если мы их пытаемся тут вытеснить? То, что уже и так наполовину тут космос, но все же еще местами лес. Да что ж ты будешь делать? Почему там та штука не выехала мне, чтобы по 100 раз проходить? Давай вылазь. Так. Опять не получилось, а сейчас получится. Опа! Отлично. Опа! Отлично! Есть! Вот такая получилась серия, если вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, ждите продолжения. Также пишите под низу видео идеи для следующей. У-у-у! Пока! Thank you.